Вам оформлено разрешение на временное проживание. Супер. Невзрачный штамп в паспорте о том, что 3 года можно жить в России. Все, что нужно для полного счастья иностранному пилоту. И по барабану ему, потомственному французу, воздухоплавателю из провинции Шампань и Эйфелева башня и Париж. 37-летнему Ксавье Раймонду Марису Фору больше милы российские просторы. Аэронавт прочно решил обосноваться в России после прошлогоднего фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Пермском крае. Месье Ксавье Фор! Для того, чтобы жить в России, иностранцу нужно вначале получить разрешение на временное проживание. Ксавье приезжал из Франции за заветной бумажкой несколько раз. Зимой ходил в валенках, русской офицерской шинели с чужого плеча и шапки-ушанки. Жил где придется, то в общаге, то у новых знакомых. Бегал, доказывал миграционной службе, что он достоин, что он русский в душе. Приносил справки, которые требовали чиновники, что ни разу не был судим, что не наркоман и что не псих. И родные его не заражены ВИЧ. Другая болезнь побудила француза стать россиянином. Любовь к русской девушке. И пусть пока не все складывается на личном фронте, француз не отчаивается. Бог помогает. И тоже администрация, потому что они все делали быстро. Алексей Журавлев, Марина Сизова, «Комсомольская правда», Пермь.